Как заработать на нон-фарме? Поговорим в этом выпуске. И что такое нон-фарм? Это редкая американская новость, которая выходит всего один раз в месяц. И в прошлый раз, когда вышла новость, цена взлетела на 400 пунктов за буквально 5 минут. Цена по евро-доллару. И те, кто купил евро-доллар стандартным лотом, смогли заработать $400 за эти 5 минут. А как можно будет заработать на нон-фарме на этой неделе? Давайте посмотрим график. Перед нами евро-доллар, и мы видим, что он находится сейчас в коррекции. На прошлой неделе было сильное снижение, сейчас восходящая коррекция, и сформировалась линия сопротивления и линия поддержки. Соответственно, давайте разберем сначала технические моменты и разворотные точки я покажу, а потом уже обсудим, что будет в момент нон-фарма. Если цена пойдет вверх, то она столкнется с линией сопротивления. Здесь разворотная точка на снижение. Соответственно, здесь можно будет поставить ордер на продажу, отложенный или рыночным ордером войти на уровне 1.1092 и заработать на снижение. Если же цена пойдет наоборот вниз, то здесь можно будет купить и заработать на росте от линии поддержки. Это зеркальная линия поддержки, от нее цена уже несколько раз отбивалась, и я рассчитываю, что она еще раз от нее отобьется. Это в районе цены 1.0943. А что с нон-фармом? Давайте посмотрим экономический календарь. В пятницу 4 августа в 15.30 выйдет новость изменения числа занятых в несельскохозяйственном секторе США. Это и есть нон-фарм. Прошлое значение было 209 тысяч, а планируется 184 тысячи. Уменьшение занятых может привести к снижению курса доллара относительно других валют. Однако в последнее время доллар ведет себя достаточно непредсказуемо. Давайте посмотрим, что будет, если он коснется некоторых линий. Если в момент выхода нон-фарма цена евро-доллара будет еще посередине этого коридора, то при движении цены вверх, как я уже сказал, можно рассчитывать на разворотную точку и снижение цены от этой линии сопротивления. Если же цена пойдет вниз, то можно рассчитывать на коррекцию и движение вверх от линии поддержки. Но что если цена уже пробьет эту линию сопротивления к моменту выхода новости? Тогда ее ничего не будет держать, и цена может полететь дальше. Если же курс евро-доллара к моменту выхода новости уже пробьет линию поддержки и в сам момент новости пойдет вверх, то здесь можно ожидать такой сценарий. Она подойдет к линии поддержки, а теперь это будет уже зеркальная линия сопротивления, и от нее можно будет рассчитывать на коррекцию вниз, соответственно, можно будет поставить ордер на продажу и заработать на снижение. Вот такие сценарии при выходе новости нон-фарм можно ожидать в пятницу. Давайте посмотрим пару доллара и японская иена. Очень интересное событие произошло на прошлой неделе, точнее, событий почти никаких не было, но было очень сильное движение доллара и японской иены. Я измерил эту волатильность, она составила более 3000 пунктов. Хотя традиционная волатильность пары доллара и японская иена составляет примерно 1000 пунктов в сутки. В моменты такой сильной волатильности и непредсказуемости лучше всего использовать мой торговый робот. Вы просто запускаете его в середине примерно этого движения, и куда бы цена ни пошла, в режиме buy sell одновременно он собирает прибыль. Только нужно заранее рассчитать, какие расстояния должны быть между усредняющими ордерами, чтобы он выдержал движение волатильности в 3000 пунктов. Это несложно сделать, используя тестер стратегии. Кстати, как пользоваться тестером стратегии, у меня есть отдельное видео, обязательно посмотрите. Ну и кто хочет торговать моим торговым роботом, особенно если у вас есть счет в компании Amarkets, вы можете получить этого робота бесплатно. Переходите по ссылке к этому видео на мой канал. И на моем канале под любым видео есть мой телеграм. Пишите мне, я расскажу, как получить робота бесплатно. Что касается самостоятельной торговли, здесь есть разворотная точка от линии поддержки. Если цена доллар-иена дойдет до этой линии поддержки, от нее можно будет купить и заработать на росте в районе цены 138-210. Давайте глянем британский фунт. Здесь идет фунт в коррекцию и уже отбивался от линии Fibonacci 50. Показал хорошую отработку, поэтому можно рассчитывать, что если он дойдет до линии 61.8, тоже развернется, и здесь можно будет заработать на снижение. В районе цены 1.2903 можно поставить ордер на продажу и заработать на снижении. Ну и давайте посмотрим доллар-канадец. Эта пара также находится в таком своеобразном флете. И если цена пойдет дальше вниз, то здесь есть две линии поддержки, от которых можно будет купить и заработать на росте. Кстати говоря, очень хороший момент. Если вы покупаете от первой линии, и цена все-таки пробивает и движется дальше, здесь можно будет усредниться и заработать на росте. По стратегии усреднения у меня есть отдельное видео, обязательно посмотрите. Также по этой стратегии работает мой торговый робот. Еще больше разворотных точек и сигналов на прибыльные сделки смотрите в моем полном выпуске по ссылке в описании к этому ролику на моем канале. Ну а я желаю вам успешной торговой недели, торгуйте с удовольствием, всем пока!